Бывают дипломаты, которые выглядят большими меломанами, чем профессионалы. Вот граф Алексей Разумовский, который был русским послом в Вене на рубеже 18-19 веков, был как раз таким меломаном. Он основал даже квартет, которым руководил знаменитый в начале столетия скрипач Игнац Шубкинцик. И он исполнял этот квартет множество камерных произведений Бетховена. Причем сам Разумовский часто играл там вторую скрипку. Но надо сказать, что как бы слухи о прогрессивности квартета того времени могут показаться несколько преувеличенными, хотя Бетховен считался гением. Когда он собрался покинуть Вену, сразу образовался кружок почитателей, которые решили выплачивать ему стипендию, лишь бы он не уезжал из города. Но когда этот квартет Шубкинцига исполнял этот опус 59, который включает, собственно, три квартета, названных сегодня квартетом Разумовского, то музыканты смеялись, как говорят современники. Они просто не верили, что композитор серьезно писал эту музыку. Они решили, что это шутка. И все значение квартетов Разумовского для музыки 19 века и 20 было понято, конечно, позднее, когда их стали называть квартетными симфониями. Настолько они сложны. Бетховен использовал в этой музыке тему русских песен, что он делал и раньше, и после этого. Вот в седьмом квартете он использовал песню «Ах, талан, мой талан», «талан» означает «судьбу», а в восьмом уже песню «Слава», которую позднее Мусоргский использовал в сцене коронации Бориса Годунова, а Римский-Корсаков в «Царской невесте» сделал лейтмотивом Ивана Грозного. Запись Амадеуса считается, конечно, хрестоматийной не зря. Это был первоклассный квартет, может быть, одним из лучших в послевоенной истории музыки. Он был создан в Лондоне в 1948 году. Его трудно назвать чисто английским, потому что трое из четырех музыкантов были венские евреи. Они бежали в Великобританию в 1938 году от нацизма. После начала войны попали в лагерь для интернированных лиц. Продолжали там заниматься музыкой, и их преподаватель предложил им создать квартет. Поскольку все трое были скрипачами, то они предложили одному из своих товарищей, Питеру Шидлову, стать альтистом, поменять профессию. Шидлов, к счастью, согласился, и тогда Норберт Бранин и Зигмунд Мюссель пригласили виолончелиста, это был единственный англичанин, Мартин Ловит. И после этого квартет просуществовал без малого 40 лет, объездил весь мир. Среди его 200 записей, запись квартетов Бетховена, наверное, одна из лучших. Тут даже сразу сказать почему. Возможно, дело в особом понимании Бетховена, возможно, как бы в удивительным образом распределенной энергетике по всей записи. А может быть, это тот самый случай, когда музыкант, которого уже научили технике, показывает то, чему научить просто невозможно.